Всем привет! Меня зовут Маша. Этот урок обучающего курса, как и прошлый, посвящен созданию бантиков из атласных лент. Итак, начнем. Ромбовидный бантик. Отрезок ленты сворачиваем под углом. Придерживая за середину, соединяем края. Прошиваем ниткой. Сделаем еще 3 таких же лепестка. Собираем лепестки на нить и соединяем между собой. Закрепляем бантик на ленту и приклеиваем серединку. Следующий бантик вы можете сделать из ленты любой ширины. Для того, чтобы рассчитать длину, нужно ширину умножить на 3. Край отрезка сворачиваем под углом. Разворачиваем ленту и прикладываем уголок к другой стороне. Можно закрепить его иголочкой. Также поступаем с другим краем. Прошиваем заготовку. Обратите внимание, что левый уголочек у меня лежит поверх правого. Следующую деталь нужно сделать наоборот. Сшиваем 2 детали. Центр бантика я закрою лентами разной ширины. Вот такой бантик у меня получился. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Добавляйте фото ваших работ в мою группу ВКонтакте и заглядывайте в Инстаграм. Задавайте ваши вопросы в комментариях. Чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на канал. Желаю удачи и творческого вдохновения. Всем пока!